Послы Индонезии, Южной Кореи, Румынии и Сербии приступили к работе в Казахстане. Верительные грамоты от них сегодня в Акурде принял Нурсултан Назарбаев. Глава государства поздравил дипломатов и выразил уверенность в том, что их работа будет направлена на укрепление межгосударственного сотрудничества. Казахстан полностью выполняет свои обязанности непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Мы активно принимаем участие в процессах разрешения конфликтов во всем мире. Один из них — сирийский конфликт. Впервые представители оппозиции и правительства Сирии сели за один стол переговоров здесь, в Астане. Через несколько дней в Астане начнется всемирная выставка «Экспо-2017», в которой примут участие представители более чем 100 стран. Я верю, что вы также примете активное участие в ней. Президент Казахстана сообщил, что на открытии выставки ждут и недавно избранного президента Сербии Александра Вучича. До старта Экспо осталось 10 дней, и сегодня некоторые из послов рассказали, чем их страны будут удивлять гостей. Корейский культурный центр города Астана вносит большой вклад в развитие корейской культуры и обмен между нашими народами. Сейчас корейское правительство очень активно готовится к успешному участию в Экспо. Корейский павильон продемонстрирует новейшие технологии, такие как автомобили на водородном топливе, энергосберегающие устройства и так далее.